Ну что там, что купили? Тебе не стыдно? А ты что, прожрала уже была? Желание, покажи в своих глазах желание. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня у нас тематическое видео. Видео непростое. Как вы помните, был недавно прямой эфир. И в прямом эфире девочка, моя подписчица, скинула нам с Кристинкой донат. Прямой эфир мы проводили вместе с Кристиной. И Кристинка тут уже на шоколадке кидала. Просто за то, что... Спасибо, Джастина. Что? Ты посмотри, сколько скинула. Ого, круто. Спасибо. Все эфир закрываем. Ну пошли швариться. И в итоге она сказала: купи что-то малышу на эти деньги и вам с Кристинкой. Кто помнит, во влоге не так давно я ездила и как раз таки покупала что-то малышу. Сегодня мы будем с Кристиной шопиться вдвоем. Малышу я купила сандалики, здесь я вставлю видео, и купила ему очки. Да, и чехол для очков. Вот такие вот. Кожаные полностью. У нас подъем высокий, поэтому... Нам удобно, чтобы здесь все регулировалось, залазило ножка туда-сюда, короче, на лето ему вот здесь по улице вот в этих ходить. Потом взяла очки, сейчас покажу, в очках, в такой коробочке, и еще вот такая вот ленточка, можно одеть на очки. Такой за 290 чехольчик купила. Вот такие очочки, они необычны тем, но чем они мне понравились, тем, что они, вот видите, гнутся. Вот здесь гнутся, везде, короче, гнутся такие они. И у них какая-то полимеризация там прикольная. Вот видите, как они гнутся вообще. То есть не сломаются, ничего. Ну и для глазок хорошо. Очки 750 рублей стоят, и вот к ним идет еще вот такая штука. Малыш доволен, счастлив, теперь у него есть в чем гулять по улице. Большое спасибо девочке, которая скинула донат. Ну а сегодня мы наконец-таки выбрали день. Сейчас подъедет Кристина, и мы поедем выбирать, то есть не поедем, мы уже в горизонте, будем выбирать что-то из одежды. Распродажи сейчас, покушаем, наверное, первым делом мы покушаем. И все это спонсируется девочкой, которая в прямом эфире скинула нам денежку. Каждый раз, как я провожу прямой эфир, мне спрашивают, ну что там, что купили, что там с деньгами. Вот, сегодня будет видеоотчет о том, что мы купим и как мы проведем время благодаря одной из моих подписчиц. И спасибо ей большое. Ждем Кристинку. Позвонила сейчас Кристина, и Кристина еще в дороге едет, а я очень сильно голодная. Поэтому сейчас я начну свою половину денег уже тратить. И пойду покушаю суши, роллы. Пойдемте со мной. Любимое местечко, фонтан, гайд-парк. Наверное, сюда пойду. Только я не помню, здесь есть роллы или нет. В моем любимом месте нет роллов, представляете? А я прям вот хочу роллы. Сейчас пойдем еще посмотрим. Так, захожу сюда. Вот здесь вот роллы всяко разные. Сейчас будем пробовать. Это что? О, что-то здесь. Так, я заказала все. Не знаю, что-то мне вроде говорили, там вкусные суши. Попробуем. Заказ стоит 475 рублей. Я взяла морс и роллы одни. Пока готовятся. Так, ну что, приступаем. Я заказала Филадельфию, только у них идет... Кстати, они сказали, что здесь мягкие авокадо. У них идет с угрём Филадельфия. Сейчас покушаю и поделюсь впечатлениями. Пока Кристинки нет, я подкреплюсь. И взяла морс. Очень красивый. Девочки, это просто бомбические роллы. Они такие мягкие. А я вообще хочу максимально насладиться этой тратой денег, чтобы моя подписчица была просто в восторге от того,
какой день она нам устроила с Кристиной. Но я уже кайфую. Это очень крутые роллы, очень вкусные. Я таких давно не ела. О, девочки, это было очень вкусно. Это одни из лучших моих ролл и лучших моих трат. За вас. Смотри, какую кепочку нашла. Но она мужская. И она выходит из бюджета. Но я бы себе такую хотела. 5000 стоит. Надо найти что-то похожее. Но это модный магазин. И без скидки все. К сожалению. Смотрю, здесь вазы такие длинные специально, знаете, для сухоцветов, которые я высокие взяла такие, знаете. Но здесь какие-то все резные. Вот это прикольное. Тяжеленькое. 1599. Но, наверное, не буду я брать в этот раз. Мне хочется что-то... Вот это слишком, ну, слишком, видите? Мне хочется просто белое, знаете, с минималом каким-то вообще. Вот это стоит, так, это цветы 299, ну, тоже где-то 1500 стоит. Какое красивое блюдо вообще. Ой, оно легенькое даже, 2000 стоит. Очень красиво. Вообще, одна из моих подписчиц, вот, она мне показала, как она собрала якибану. Якибану, да, наверное, называется, из сухоцветов. А, вот в такой, по-моему, вот такой за 3000 у нее. Графин, база. Корзины для белья очень такие вместительные. Я же хочу себе нормальную корзину взять. Ну, это прям пластик-пластик. А вообще симпатичные вот эти вот. 1199. Но что-то вот по цвету. Хочется более приглушенную. Этот молочный, он какой-то яркий. А вот этот, наверное, темноватый. Что-то посветлее хочется. Чисто белый, но вот такой вот нету. Только вот 4 цвета. О, коврики. Я же еще хочу в детскую поменять коврик. Хочется коврик, который можно будет стирать. Ой, смотрите, 3 кота. Но это тот же стиль, что у нас и был. Мне хочется что-то более интересное, серьезненькое. Ух ты, смотрите, в Хофф вот такие штучки продаются. Но с регулятором, видите, высоты. 99 рублей. А здесь вот регулируется, оп, высота шлепки так, а высокие сапоги можно поднять прям. Прикольно. 99 рублей всего. В фикс-прайсе я по 55 покупала. Но они без регулятора. Пока мы ждем Кристину, я просто зашла в магазин Хофф, да, и тут приглядываю, что, смотрите, кресло. Но я хочу какое-нибудь модное, классное кресло игровое, только светлое. А свое я уже отдаю племяннику своему. Он уже ждет, когда я куплю новое кресло. А, ну вот это с черным. Ну, типа того, знаете, только поинтереснее, наверное. Что-то хочется. Но без черного. Кстати, мы с моим малышом одно целое. И покупаю что-то себе, считай, покупаю и ему. Поэтому я буду смотреть, если что, вещи для двоих все равно. На малого и на себя. Может быть, я что-то для него возьму. У меня больше выбора. А Кристина будет брать только для себя. Кстати, если бы я увидела какой-то классный-классный коврик в детскую, тот, который я хочу, я не знаю точно, какой я хочу, но у меня есть некое представление. И если я его найду, и он мне понравится, прям я вам даже добавлю денег. И будет это как вот вклад Джустины в коврик для Деньки. Будем вспоминать ее. Ну, в любом случае, хочется что-то взять, чтобы вот вспоминать добрым словом. И Джустина смотрела мои видео, видела что-то всегда из того, что мы купили в этот день. И радовалась. Кристофер Робин приехал, мчим за ней. Привет! Тебе не стыдно? Нет. Без маски. Ой. А вы видели вообще, Кристинка, в чем шопиться пришла? Новые? Симпатичные, кстати. Опа, значит, обувь тебе не нужна, да? Покажи лицо, блин, свое наглое. Ну все, ты готова шопиться? У тебя 3000 рублей и 2 часа времени. Да, пошли быстрее. Сережки хочу круглые. Итак, Кристиночка приехала. У нас с ней на двоих было 6000. Подожди. Ну, а ты что, прожрала уже было? И что ему рассказывать? Пока я тебя ждала 2 часа, дорогая моя. Мне нужно было тратить деньги Джустины. Ну ладно, у меня осталось 2549 или сколько-то там, короче. В общем, у меня осталось около 2500. На двоих? А у Кристины 3 ровно. Где ровно 3. И в общем, я хочу сережки. На 3000 дорогие сережки хочешь? Золотые? Да.
В общем, ой, пойдем. Правда, слушай, отличная идея. С какого магазина начнем? У нас всего лишь 2 часа, потом замолвим. Давай за 3. Ну давай как раз поговорим и 2 часа. 2 часа пройдет, да? Наликом потом отдам. Так, ну пойдемте, я не знаю, куда, я не знаю, Крис. Идем куда, Крис? Энчендем. Как ты сказала? Энчендем. 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 Идем. Кристинка выбрала топик тут, и вот обувь решила померить. Давай вытащу, стой. Золотые башмачки, как у Золушки, хочет примерить. Так, а расстегнуть не надо там? Или ты пока так... Ну, вот это твой размер, мне кажется, да, нет? Или побольше? Нет, 37. Ну, давай второй мере. Совсем другое дело, говорит. По удобству. Не забывайте сохранять чек и этикетку товара. Ну, так интересно и в целом. Мне кажется, пальцы как-то смешно. А Кристинке не нравятся пальцы, говорит, ну, смешно. Я просто не пойму. Ну, не знаю, в целом нормально как-то. Если бы ты мне не сказала каких-то вещей, я бы и не подумала бы. Застегни нормально. Девочки, 850 рублей, да, стоит? 650. Вот. А стоили 2,5, 2400. Такая маленькая сумочка за 500 рублей. Прикольно. Обалдеть, платье 500 рублей стоит. Красивое такое. Очень сложно выбирать себе что-то, поэтому обязательно надо взять Денечке шортики со скидкой. Такие бриджики. Люблю с рукавами все. Мне нравится. Только тут небольшая зацепочка, я не знаю, можно ее будет убрать или нет. Не видно ее? Не знаю. Тебе не видно в камере? Ее назад как бы я сделала. Так мне нравится. Под джинсики, под шортики. Крис вот выбирает, сомневается, не поймет, какую ей выбрать или взять три. Я говорю, у тебя три. Ты у тебя 3000, говорю, бери, что хочешь, хоть все. Это весы, девочки. Давай выбирай, это вот по-другому никак. Ну что, в резорт мы взяли. Кристина взяла себе футболочку за 599 рублей, а я Деньке шортики, бриджики за 799 рублей. У меня осталось меньше 2000 рублей, а у Кристинки 2500 осталось, 2400. Кристинка устала ходить на своих кэблах и говорит... Я не устала, не устала. Ой, не надо чесать. Просто я хочу медленно ходить. И говорит, давай шлепки купим. Сейчас они спасут ее. Говорит, давай купим шлепки, а сама платье смотрит. Ну что за человек? Смотрите, какую красивую косметичку я нашла. А так как я вас очень сильно люблю, я возьму еще косметичку и разыграю ее в одном из прямых эфиров. Минус 299 рублей. Вот сколько хожу в сенсей, очень мне нравятся вот эти вот через пальчик шлепки. Такие красивые. Но через палец. Вот были бы не через палец. А хотя они красивые именно через палец. Такие тоненькие серебристые полосочки. Крис, что ты там, покажи. А платье кожаное, девочки, кожаное. Сейчас Кристинка пойдет померит. Единственное пятнышко здесь, пятнышко. Платье это что-то классно, а вот куда вот в нем ходить, вот, да, вот тоже. Но если ты здесь сделаешь звездочку, можно на какую-нибудь вечеринку СССР ходить.
Ну как вам очечки? Я такая сразу азиаточка. Вау! Дядите мои ляпузитки! Тебе бы короткая была, видишь? Мне была бы очень короткая, а тебе прям вот... А пошла, 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 пошла. Кристик счастлив, да? Снова в пятый класс пойдем. Почему? Ну, в четвертый. Ну, немножко детсковатое такое вот, кажется. Детское кожаное. Детское кожаное платье, да. Детский БДС. Крис, ну бери, будешь спать в нем. Бери, спать будешь. Зачем тут ходишь? Спать будешь, бери. Вау, вау, Кристина в современном мире. Говорит, что-то не то, не пойму. Слушай, ты вот в эти вот ромбики очень вписываешься. Вот сюда, пожалуйста, в уголочек, пожалуйста, вот сюда. Проплывите сюда, мадам. Да, да, вот здесь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вау. Скривилась. Баба Крис. А, все понятно, все понятно. Это я сейчас. Ты? Крис, если это ты, надо купить. Нет. Да нет, это не я. Крошки мои, сейчас девочка была одна в примерке. Мне так понравился ее образ. У меня лосины есть, но вот бежевая футболка, которая у нее удлиненная. Очень хочу, буду искать такую. Вау, 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 что это за крошка? Литл Дакиня. Нормально, там не идет такое. Да, и написано Is it Friday? Are you ready? Are you ready? No. К пятнице. У Кристины минус 658 рублей. То платье для школьницы она нашла, а теперь смотрите. Ну что это? Симпсонс, мультик для взрослых. Она вот эти шлепки хочет. Вот эти, они хорошо сидят. Симпсон. Пойдешь на свидание в Симпсонах, да? Нет, вот эти вот так вот. Ну вот эти под платье под это подходят. Ну под это не очень подходят. Почему? Ну, под это подходят. А вот под черную футболку нормально. Под черную футболку? Ну, типа тай-дай, да? Тай-дай модно вроде. Что это такое лежит? Думала, это мыло какое-то или что? Это просто для красоты, девочки. Какая милота вообще. Шагает, шагает. Я секси? Ты секси. Я секси на каблучках? Ага. Ты уже на каблучках так устала, что уже не секси. Уже идешь, как просто отпахала на заводе. Считай, на косточках идешь. Да на моих плечах ты идешь. Да, на тебя ничего. Ну что, девочки, денег оказалось очень много. Спасибо Джустине. А за малым уже надо в садик идти. Поэтому сейчас мы с Кристинкой едем за малым в садик и отправимся в другой торговый центр. Или в этот же. Посмотрим. Так, ну что, мы забрали Деньку. И теперь все вместе едем в другой торговый центр тратить оставшиеся деньги. Так, ну что, теперь всем семейством мы приехали в Мегу. И первым делом мы, наверное, покушаем пойдем, а? Детишки. Дэнь, блинчик будешь? Да. Итак, мы решили из бюджета поесть все-таки. Я второй раз. Ты что, недовольна? Макдональдс лучше. Слушай, дареному коню в зубы не смотрят. Даже я выбрала. Надо было другой выбор сделать. Я вот хочу. Выбор у меня плохой. А мне все нравится. Я знаю, что это вкусно. Нет, но это к тому, что не брали, что вкусно. Люба фаролу. Одно тесто, лепешка. Так, короче, цены. У Кристинки получился грин ролл 195 и чай Липтон 94. А у нас здесь с Денькой 115, 167 и 130. В общем, минус из бюджета. Деня изъявил желание взять машинку. Пока что это минус 300 рублей из бюджета. Возможно, будет 400. Деня, блин, это отдельная статья расхода. Я не рассчитывала. У меня осталось 695 рублей.
А Крис хорошо, она вон из двух бокалов пьет. Холодно, я замерзла. Замерзла? Сопли потекли. Вообще-то жара на улице, а прохлаждайся. А ну, Кристюш, примерь, мне кажется, твой стиль. Ты любишь же джинсу? Да. Отлично. Берешь? Нет. Вот бежевые мне нравились. Ну нет, один размер. Один размер? Ты откуда знаешь? Нет. Как раз твой. Какой? 37-й. Серьезно? Ну померь. А сколько они стоят? Тебе бюджетом не выходишь ли ты случайно? Не выходит. К сожалению, Крис выходит из бюджета. Рубенчик. Кристина проела деньги и говорит, теперь я не могу влезть в бюджет, шлепки купить. Паник здесь, как из Дуровска. Да здесь Дуровска все, да. Но денег у тебя уже все, ты все проела. Зашла в Зарину, тоже распродажа. Ну вот хочу такого цвета футболку, но это длинноватая мне. Надо покороче чуть искать. Лицо где секси? Ну что, берем? Так, Кристиночка, выбрала сандалет. А ну-ка вот здесь походи, вот тут. Здесь вот. Не застегнуто, хорошо. Здесь не застегнуто, но вот мне нравится. Сколько даже они стоят, кстати? А вот Кристинка мерит еще одни. Ну и как тебе, комфортненько? Может, ты вторую оденешь? Мне кажется, так чуть-чуть пятка шевледника должна. Чуть-чуть. Ну вот, смотри, у меня. Ну вот, пришли мы к тому, что пятка должна висеть и пальчики свисать. Где они у меня? Вот тут тоже вылазит. Желание. Покажи в своих глазах желание сильное. Хочу, говорит. Подожди, но мне кажется, они так и должны быть. Да нет. Вот это я на 38-й померила. Эти хорошо, а эти 37-й пытается убедить. Вот Кристинка одела один, второй, ну а зато здесь палец вон уже торчит из-под этого, а здесь он внутри находится, ты видишь? И здесь он должен внутри находиться. Не верит мне. Ой, смотрите, зашли в Нью-Йорк, посмотрите, какие красивые шлепки. Мне очень нравятся. Стоят 1000 рублей, 999. Они очень прикольно смотрятся. Вот Кристина выбирает и пытается меня замучить. Я говорю, бери, мне нравится. Красивый, смотрите, силикон такой красивый. Поздравляем! Минус 999 рублей. Вот, смотрите, наслаждение Кристины. Давай скорее одевай свои шлепки. Шлепки обалденные, я бы себе тоже такие купила. Если бы Кристина их не купила, я бы себе такие взяла. Но чтобы мы не ходили в одинаковом. Белых у меня нет вот таких крутых. Но они нормальные, типа Армани, да? Офигенные, они даже, да, чем-то вот похожи. AX Exchange, Armani Exchange. Божественно, все. Джустина, теперь Кристина будет смотреть на эту обувь, ты понимаешь, все лето будет тебя вспоминать добрым вот словом. И не тоже, и даже не только летом. Спасибо, да, и даже не только летом. Ну что, крестик-нолик уже близится к финалу. Она еще в Glory Jeans присмотрела сережки, и мы за ними возвращаемся. До этого ей не хватало, а сейчас хватает на все. Так, Кристинка выбрала сережки. Вот эти, да? Они более нарядные, более красивые, Кристина, мне кажется. Нарядная все. Будешь нарядная. Держи. Они стоят как раз 199, у тебя еще 50 рублей останется. Да, на проезд. Держи. Со скидкой даже 179 рублей получилось. Спасибо. Я так хотела. Я поздравляю тебя почти с финишем уже. Да, уже все. Поздравляйте меня. Я взяла футболочку, которую мерила последний раз. Я ее отложила и вернулась за ней. Но она стоила 699 рублей на ценнике. А когда я пришла ее покупать, мне сказали 399. Отлично. Сейчас еще рублей 100 или 200 мне надо будет заплатить за машинку. Купим водички. И бюджет потрачен. Джустина нам устроила просто супер день с Кристинкой. Класс. Ну что, мороженое подъехало и сок. 369 рублей минус. Короче, из общего бюджета. И мы в минусе. Поздравляем. Я тебя должна, да? Нет, ты ничего не должна. Ты должна Джустине. Поцелуй воздушный.
воздушный. Ты же добавляла. Вот, вот. А ты воздушный поцелуй дай. А ты настоящий маме, да? Открою. Открывай, солнышко. Кристина, пожалуйста. Спасибо тебе. Всем по мороженому. И это самое классное, да. Закончить вечер мороженком. Кушай, да, зайчик. Вот. Соком и мороженком. Так, ну что мы можем сказать? Давайте уже, наверное, прощаться. Мы сейчас будем кушать мороженое и отправимся домой. Я хотела поблагодарить Жустину за прекрасный день. Мы с Кристинкой провели прекрасный день реально вместе, во-первых. Еще и за приятным делом. Это за шопингом. Это я на обложку. Нет. Нет? Нет. Ну ладно. Что-нибудь другое было. Без меня, да? Без тебя, да? Так, это, что ты хочешь сказать Жустине? Я скажу большое спасибо, Жустина. Очень все здорово, продуктивно, мило, хорошо провели время. У Селены, правда, маленькое ЧП было. Возможно, вы о нем и не узнаете в этом видео. В общем, все, мы едим мороженое за твое здоровье. Спасибо, воздушные поцелуйчики тебе. Спасибо, спасибо. И спасибо всем девочкам, кто нас поддерживает, присылает донаты и делает хорошие пожелания, вообще смотрит нас и долгое время с нами. Мы вас любим. Пока-пока. Вкусный зайчик.